За прошедшую неделю на пульт оперативного дежурного полиции поступило 1100 обращений граждан. Возбуждено 55 уголовных дел, из которых 45 раскрыто по горячим следам. В связи со снегопадами, которые шли практически всю неделю, было много дорожно-транспортных ДТП, практически 300 ДТП, из них 3 пострадавшими, закончилось без смертельных происшествий. В период с 17 по 25 января подразделения пожарно-спасательного дивизиона осуществили 37 выездов, участвовали в ликвидации 4 пожаров. О работе службы ЖКХ доложил заместитель руководителя городской администрации Эдуард Сигалов. В частности, он обязал управляющей компании постоянно чистить крыши, а руководителей энергоснабжающих организаций во избежание технологических сбоев систем провести дополнительный инструктаж с работниками предприятий. На прошлой неделе большая работа в районе проводилась по уборке снега. Однако не всегда это делалось вовремя и качественно. Владимир Ружицкий предложил учесть недоработки в следующем году. Мы должны знать, в случае снегопадов, откуда мы берем технику дополнительно, людей дополнительно, потому что на сегодняшний день понятно, что жители мало интересуют. Снег выпал там 2/3 годовой, там за каких-то там 10 дней. Их интересует, утром проснулся, вышел из подъезда, все должно быть убрано. Более 6500 обращений граждан за 7 дней поступило в единую дежурную диспетчерскую службу. В связи с наступлением гриппа и ростом ОРВИ значительно возросла нагрузка на минувшей неделе на службу скорой медицинской помощи. 1650 звонков было связано с вызовами полиции и ГИБДД, 200 вызовов пожарных и спасателей, 30 обращений по поводу работы аварийно-газовой службы. В конце заседания в связи с юбилеем глава наградил почетным знаком за доблестный труд начальника управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям районной администрации Владимира Смирнова. Ольга Щевелева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.